локация у нас Тарзанс называется. Короче, здесь тарзанки, можно в озеро типа на тарзанке прыгнуть. Посмотрим. Такой же, как Доминик. Вот, такой младший, в том году. Вот ползалки нет, тут есть такие. Здесь не были. В том году все закрыто было. Ходить людям. В том году вы побольше. Под, со страховкой. Тут можно на кемпинге, Вадим говорил, там дальше можно остановиться, там все есть, все прибамбасы. Тут и поесть тоже есть что. Морожка, кофе. Велики. Тут кто-то на великах приезжает. О, пляж тут даже есть. Вы не говорили, что пляж есть. Не, ну здесь озеро. Ну давай, не славится. Тяжелая вода. Ага. Ну пляж хороший, песочек. Ну, не, ну пляж, да, я ничего не говорю. Мне потом помогло, потому что вон. А что тут нарисовано? Камера запрещена или что? А, видеонаблюдение идет, ведется. Да, идет, ведется. Я думала, запрещено. Ну, тут 5 трасс. Типа... Маленькая. 5 трасс чего? Ну, вот этих ползалок? Да. Есть очень большая. О, какая. И там даже как мопедка. Да, садишься. Там по шарикам ходишь. Ну да. По коробкам. Блин, по шарикам серьезно. Да тут все, тут нормально. По таким коробкам тоже надо умудриться правильно встать. Так, вот. Тарзанка это здесь. Расценки. 8. Что тут за 2 часа? Парк приключения Тарзан называется. Так. Ага, вижу, да. Ветром. Он дует сюда. Да, я на тебя плюну, и ты типа плачешь. И снимай, и снимай. Иди ты срать. Короче, хотели уже туда, но никак. Засняла бы. Интересно, как держаться? Тебе надо вообще, блядь, чтобы снимать, надо какую-то или сюда, блядь, или на руку, чтобы было. У меня дома осталась палка специальная. Палка-то, блядь, одно. Надо такое, чтобы повисло здесь, и ты едешь, и все, его нормально снимать. Правильно, блядь? Ну а кепка не может у тебя вылететь? Ну у тебя на голове будет резинка, будет, да, резинка крепкая. А, ну бывают такие еще на грудь одеваются специальные штуки. Да, это, конечно, жалко. Ну, жалко, да. Это того стоило. Ощущения будут. Ну, пойдем. Дальше. Адреналинчик получить. Короче, не судьба. Ползают по этим. А куда наши ушли? А, вот они. Вот, тут разные трассы. И для больших, и для маленьких есть. Вон, поползли мальцы. Лечится, не видно их. О, сейчас поедет туда. Оп. Жух. И застрять на ней. Да, потому что ты там начал там повозиться. Нет.
этаж пятый, может, такой есть. Они разные. Я не хотел на разные. Посмотрим, как этот справится, не справится. Ну, девчонки тоже там. Девчонки тоже. Нет, девчонки фаланги проходили, там было нетрудно. А, Настя не смогла вот здесь. Она плакала, вот на этой она плакала. На какой? Вот тут тяжело. Где-то было тяжело, ей руки болели. Они на четвертую, на пятую не они еле-еле, да, долго очень проходили. Ну тут не, тут не по времени, да? Просто. Нет, ты сам. Ой! Сандалями. Надо еще руку. Поймал. Как они? Вон они. Вон они. А? Они недалеко. Пошли. Ну что, ты уже на море? Ну давай, выезжаем. Люда, куда мы едем? Красивое место. И там купаются, он на батутах тоже, на этих. Ага. А это надо именно там останавливаться, чтобы там можно было? Да. Я так честно врать не буду, мы туда не заходили. Как бы видели, что там кемпинги стоят такие. Угу. Вот эти кемперы. Ну да, 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 с такими бусами. Ну я думаю, на легковушке же тоже можно останавливаться. Может быть. С палаткой. Может быть, да. Наверное, может, за вход что-то платишь там и все. И пляж тут есть. Там и вода есть.